Так, 22 марта, 14 год, Харків, вітер стих. Стих ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. В общем, ветер не ветер, что услышите, то услышите. 22 марта, 14 год. Суббота, и у нас Харьковская областная государственная администрация, кордон милиции. Возле памятника Шевченко сегодня ничего не будет, по крайней мере, ничего не намечается. Возле памятника Ленину, это, по-моему, сила сейчас такая появилась в Харькове, Бородюба, не ручаюсь, подойду ближе, узнаю, но вроде она как бы левой направленности, по-моему, так, не ручаюсь, но не столько, я вам даже про российских флагов не вижу, вижу украинские. Вижу георгиевские ленточки. Сейчас ближе подойдем, разберемся. Так, для тех, кто по каким-то причинам отсутствовал последнее время на планете Земля или только из комы, сообщаю, что вчера Владимир Путин подписал, в общем, окончательный уже документ о том, что Крым становится частью Российской Федерации. Да, ну, в общем, Украина объявляет это аннексией, незаконным захватом и присоединением территории. Последний раз аннексия была при товарище фюрере, в Гитлере. В общем, завтра тут будут собираться возле памятника Шевченко про силы против войны, против... За единую Украину. Вот так, по-моему, это звучит. Ну, сейчас посмотрим, что здесь поближе подойдем. 22 марта, 14 год, Харьков. Митинг. За Харьков, за таможенный союз, вижу, он плакат висит. В общем, по флагам можно понять, это левые силы. Ну, российских флагов не вижу, вижу только украинские. Атакуйте военные части, не давайте пустить все наши ребята на войну. Какую войну против Канмана? И еще я бы хотела почтить память тех ребят, которые погибли в Киеве. Никогда мы их не забудем. Иначе наши дети, наши мужья завтра окажутся на их местах. 22 марта, 14 год, Харьков. Смотрите, мы отзываем... А можно листовочку или что? Есть листовка какая-то? Старым украм по Харьковщине. А коммунисты? Нет, смотрите. Прочитать. Теперь смотрите. Газеты бесплатно даете? А вот по ЖРПЛщи, сколько мы? Вот те, которые шли конкретно от... По округам. Да, по округам. Благодарю. И брать весь юг на восток. Почему они принимают? Я тут с вами согласен. Сейчас хоть будем знать, что это. Хочу в СССР. Сейчас я... Так, ну это поподробнее уже надо будет дома посмотреть. В интернет, на YouTube, на канал YouTube. Я вообще сразу скажу, чтобы определиться, что я сторонник европейских сил, чтобы было понятно. Да, то есть, мне, я, чтобы было понятно людям, которые смотрят, я посчитал ребят, тут мужчин здесь, как лидеров движения «Борьба», которое вот здесь рядышком проходит.
Вот. Меня чуть-чуть пытаются поправить. Мы являемся лидерами этого движения. К борьбе мы имеем относительное такое отношение. То есть мы с ними общаемся, взаимодействуем, но мы не являемся их представителями. То есть я, Гурьянов Антон, представляю движение «Русский Восток». Наша позиция заключается в таких вот основаниях. Первое – это то, что представители русской цивилизации здесь, на востоке Украины, находятся под смертельной угрозой, что показали события на Рыморской и смерти от огнестрельного оружия, причем там были убиты как защитники Харькова, так и тяжело ранен представитель правоохранительных органов. То есть в этом смысле угроза эта перестала быть виртуальной, и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы этой угрозе противостоять. Второй тезис – это социальная справедливость, то есть это чтобы тот, кто хорошо работает и хорошо живет, как бы это ни было обидно окружающим. Вот. Ну, естественно, как бы назначение олигархов, губернаторов и тому подобные шаги новой власти, которая просто обманула тех, кто стоял за них на Евромайданах, вот, полностью себя дискредитировала и продолжает это делать дальше, является для нас неприемлемой позицией. То есть социальная справедливость – это ключ к тому, что мы называем развитие и процветание Украины. Хотя вот это государство, которое так себя называло, если будет так действовать дальше, оно просто развалится по причине того, что хунта, которая захватила сейчас власть, действует безответственно, предают как своих сторонников, ну и противникам своим она ничего хорошего не обещала изначально. А можно тогда сразу вопрос по поводу того, как ваша сила относится к федерализации, к тому, чтобы присоединиться, да, как сейчас Крым, ну, с моей точки зрения, объективно, не знаю, как вы на этот вопрос смотрите. К федерализации мы относимся положительно, потому что федерализация не означает присоединение. Это обычная норма государственности, которая существует, например, в Германии. То есть там очень долго существовала Федеративная Республика Германии, прекрасно себя чувствовала. Федеративное устройство Украины является таким правильным выходом из сложившейся ситуации, когда национальные экономические вопросы встали настолько остро, что люди готовы начать гражданскую войну здесь. Гражданская война нам, например, совершенно не нужна. Но если нас начнут убивать, то есть мы не будем как бы подставлять там другие части тела, значит, выстрелить в одну щеку, подставь другую. Это не наш принцип. А я видел, вот вы собирали, тут было какое-то количество людей, ну, несколько дней назад, вот прямо возле памятника Ленина. То есть я почему ассоциировал вас с силой «Борьба», да. То есть как вы собираете сторонников, где вас можно находить, какие программы партии, там, я не знаю, это партия, движение у вас? Значит, наше движение сейчас разрабатывает свой сайт, где будет вывешена программа, будет вывешена наша позиция. Своих сторонников мы собираем в нужном для нас месте. Вот, мы его сейчас особо светить не хотим. Я не про место сбора, а каким образом? То есть на предприятиях там. Мы собираем своих сторонников очень простым образом, путем прямого общения с ними. То есть у нас есть достаточное количество людей, которые, общаясь с другими людьми, объясняют им наши позиции, как, например, я вам сейчас. Да, да. Вот. И эти позиции находят свой отклик. Также вот мы выступаем на митингах, на которые нас приглашают. В частности, я выступал в прошлые выходные здесь, на митинге, который организовывало «Народное единство» здесь. И на этом митинге я также обнародовал свою позицию, в общем-то, которая являлась, ну, которую, собственно, произнес и сейчас. Ну, спасибо большое вам за здоровье, информацию, благодарю. Я прошу вас, как это не
администрации, всей области. Помогите! И если мир сегодня, завтра, понедельник не включат свет, кто подойдет, я буду помнить, что в руках будет. Потом уже не будет справедливости. Спасибо за внимание. Я за вас, за ваш Харьков, за всю область Союза, за единую Украину. Спасибо вам большое. Второго марта 14 год, Харьков. Я хочу вам напомнить, почему мы здесь собрались 22-23 на 23 число. Здесь произошли очень серьезные события. И человек, который стоит со мной, это именно он позвал народ на восстание. Он дал команду. Харьков хотят поставить на колени. Тысяча молодчиков, которые здесь обсуждала, что делать с Лениным, просто его свалить или отпилить его голову, ребята еще молчали. Но когда они начали крушить домики, которые были поставлены для гуляния всего города Харькова, для праздника Масленицы, когда они начали крушить автомобили, по Харькову пошел сигнал, Харьков хотят поставить на колени. Приехали ребята, таксисты. И ребята, я сейчас вам расскажу, сколько их было человек. Я предоставляю слово защитнику Харькова Владимиру Гребеневу. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня с вами вы понимаете, мы первый рядом на Востоке, который действительно показал, что мы способны защищаться. Мы способны не дать возможность творить то, что творили при нас там, на Западе. Сваливать памятники. Своє життя. Мої батьки, діди розмовляли цією мовою. Я вчився в українській школі. Але зараз мені стидно за те, що я ще знаю, що слово українець стало синонімом слову фашист, бандеровець, зрадник. До чого ми дожились? До чого ми дожились, оці всі люди, які стоять тут? Чому ми прийшли з вами, ваші друзі, сім'ї? Люди, які можуть захистити це місто. Пойміть правильно, від того, що нас так мало, нас побідіть легше. І ребята ще будуть гинути, ще будуть страдати. Я знаю, что на меня сейчас смотрит глазок снайпера, я его не боюсь. Я и мертвый буду бороться, и он меня и мертвого будет бояться. Я не боюсь и не буду бояться. Будет еще такое, как Таримовский. Пойдем на автоматы на их, пойдем на пули. Пускай мы погибнем, но мы своими жизнями докажем, что нельзя так жить. Нужно защищаться, нужно собираться. Я очень прошу, я обращаюсь, передайте всем, вот там стоят ребята, которые это услышат, пускай передадут своим сослуживцам, работники милиции, солдаты, сержанты, офицеры, наши украинские армии. Обращаюсь к вам, людям, которые уже держат оружие в руках, которых действительно оскорбили. Они задержали этих уродов, этих бандитов, а их отпустили. Понятно, что как им теперь не домой, а прямо сюда. Так вот берите в руки свое оружие, которое у вас.
Добровольно? Они когда вы их арестовывали, они говорили, вы совсем это дело. Вы арестовываете второй Сталинград. Плохо историю знаю. Со Сталинграда началась наша победа. А теперь она начнется с Харькова. И от вас зависит, будет она или нет. Мы готовы на любые пытки, на любые унижения, на любые обманы. Мы это все перейдем, переборем. А можно посмотреть у вас за референдум это говорит? Поймите правильно, от нас сейчас зависит. Можно? Это, ой, извините. Благодарю. Да, спасибо, благодарю. Так, чтобы было видно. Ветер нам не помогает. Референдум об экономической федерализации и самоопределение Харькова. В общем, сейчас разберемся. Марта, 14 год, Харьков. Дорогие друзья, нас постоянно пытаются с кем-то поссорить. То нас пытались ссорить с братьями Западной Украины. Сейчас звучат призывы, что якобы нас хотят взять в руки русские наши братья. Я считаю, что это неправда. Постоянно звучит лозунги о том, что облрад, который защитники Харькова и те люди с Харькова, которые им помогали освободить. Так, 13:23 по Киеву. В общем, все тихо, мирно. Завтра будем смотреть. Собираются митинги здесь, на площади Свободы, антимайдан условный. И будет митинг. Скучает, и слава богу.